Здравствуйте, дорогие друзья! Я на своем канале решил снимать не только об саде, огороде, о домашних животных, но еще некоторые рецепты блюд, которые мы сами едим. Вот сейчас мы быстренько приготовим блюдо, которое я называю русский хумус или бобовница. В принципе, оно делается по аналогии с молдавским блюдом фасолица. Для этого мы берем бобы черные, слегка их отвариваем, чистим от шкурки. Когда они буквально 5 минут поваренные, они от шкурки легко чистятся. Стакан полтора бобов. Если сразу буду слить, они будут светлее. Тут чуть-чуть темноватые получились. Потом отварили воду, потом еще немножко варим, тоже минут 5, ну 10 максимум, сливаем воду, даем остыть. Дальше берем 1-2 средние луковицы, пассируем их с растительным маслом. Тоже можете использовать подсолнечное, кукурузное, оливковое масло, какое вам нравится. Ну, также берем 2-3 зубочка чеснока. Из инструментов что нам нужно? Чеснокодав, ну, нужно, не нужно, можно порезать мелко. И миксер. Ну, еще, конечно, соль. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем и все это соединяем. Как-то у меня оно плохо соединяется, а одной рукой неудобно. Сейчас попробуем это сделать. Надо брать помощника для съемки. Помощник, давайте поможете мне снять ролик. То мне немножко неудобно. Сейчас мы это все соединим, и я вам продемонстрирую, что получается. Вот так вот аккуратно держите. И смотри, снимай. Вот мы все соединяем. Подсаливаем по вкусу каждому, как нравится. Ну, думаю, хватит сюда, потом можно добавить. И выдавливаем чесночок сюда. Чеснок мы используем сорта Шадейка, который получили с Урала. Буквально сегодня решили попробовать. Так, получили его на семена. Будем завтра, в ноябре месяце, высаживать. Поздновато, но думаю, все будет нормально. Поэтому, кого интересует семенной чеснок на следующий год, имейте в виду. Вот у нас получается такая однородная масса, которую можно
есть ложкой, а лучше, как паштет, мазать на хлеб. Утром на завтрак, на ужин, ну, когда вам нравится. В дорогу. Вкусно, питательно и полезно. И все натурально. Бобы вырастить в наших условиях совсем не сложно. Вот такое получилось. Ну, кому нравится, смотрите, ставьте лайки.